Вот смотрите, какая хрень. Тут я типа должен был учиться, да? Меня устраивали, пытаясь устраивать сюда родители, да, вот в эту вот хреновину. Да, видите, какая тут клумба. Клумба какая тут шикарная. С цветочками, да? Вот тут. Правда, все заросло уже, да, но... Фонтан тут был, вот здесь. Вот. Фонтан был. Вот. И пиздец всему, конечно, да? Профессиональное бюджетное образовательное учреждение. Техникум Сергея Павловича Королева. Вот. Видите, какое стекло шикарное, да, все? Вот домофон вырван, да? Закрыт на замок. Двери выбиты старые. А новые закрыты на замок. Вот, смотрите. Охуенно получился, да? Охуенно. Я сюда пойду. Не знаю, видно там что или нет, но вот тут вот видно будет. Офигенно получились. Вот что можешь сказать. Хорошо я тут не начал учиться в самом деле. Вот если бы я в этой территории, в этом вот локации начал бы учиться, я все равно не доучился, мне бы ничего не дали. Никакого ни диплома, ничего. Поскольку я бы начал в каком году, да? В 10-м, в 11-м. А через 2 года бы оно навернулось все. И, соответственно, я нифига бы ничему не научился здесь. Вот. Ну там что-то есть, там решетками загорожено. Ладно, велосипед я поставлю еще. Вот этот клен. Держи. И пройду гляну сюда. Там-то двери закрыты, я просто уверен в этом. Что туда мне не надо. Вот так вот. Потолок, видите, какой потолок проседает. Мне нечего там делать. Это просто на сумасшедших рассчитано. Кто туда полезет, да? Тот полнейший это идиотина, да? Не вижу, что там. Может, вы рассмотрите. В этом зале, да? Просто какие-то панели стоят. Вот, ладно. Выходим с этой территории. С великолепной. Отступаем. Ну-ка, гриб зато, смотрите. Самый большой гриб, вообще жаль. Опять такой, да, древесный, говно. Вот, отступаем отсюда. Смотри, дверь там торчит. Вот такие вот дела. Хорошо не начал учиться, а то был бы идиотом. Полнейшим. Вот эти цветы, я не знаю, что это такое.
ромашки или что. Но они тут всегда росли. Со сталинских времен, наверное. Вот видите, какая тут клумба по кругу была. Вот. Вот такая вот панорама.